Всем привет! Прошедшие выходные были довольно удачными. На этот раз, по прогнозам метеослужбы, нам снова удастся насладиться прекрасной погодой на весь уикенд. В субботу небо ожидается безоблачным. Днем столбик термометра покажет плюс 22 градуса, а ночью плюс 12. В воскресенье ожидается ясная погода. Днем столбик термометра покажет плюс 22 градуса, ночью плюс 11. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.